Ну, если человек выиграл, то он, видимо, сильнее оказался. По факту. Ну. Да нет, нет, это я там пытался что-то. Там спорные фразы, которые можно развернуть в разные стороны. Вот, можно поддавить, конечно, но, ну, как бы это спорно. Не получилось, плечо не получилось. Один раз вышел ему в плечо, которое у него пустое, и один раз зажег. Больше туда по каким-то непонятным мне причинам туда не колол. Вот. Собственно, вот это основной момент. Заканчивая в плечо ему, я думаю, что половину укола бы в атаке я бы не получил, бы а нанес. Французы там постоянно апеллировали к судье, у них какие-то споры были, не сбивало тебя это? Ну, есть немножко, но тоже спорт как бы и один из способов ведения борьбы, тоже можно сказать. Ну, говорили по делу то же самое, что я только сказал, что колоть нужно в плечо человеку, с чем я, собственно, вот и не справился. Вот. Французы наверняка будут, наверное, одними из наших соперников в командных соревнованиях, да? Теперь есть, что им ответить в команде? Ну, есть, отвечать есть, что всегда, главное ответить. Потому что мы с ними, прямо скажем, кто им отвратит на последние полтора года, наверное. Вот, ну, значит, будем как-то отвечать каким-то образом.